Ну вот, смотрите, репортаж продолжается. Ветерок дует, и флаги развиваются. А значит, мы в Америке, штат Вашингтон, гавайский флаг. И шляпа гавайская, знамы. А это шляпа с Кавказа, которую я привез. И мы уже выпили квас, и съели арбуз, и наелись ухи, и нам так хорошо было. И главное, сегодня мы приняли капитана с легендарной лодки Рази. Ха-ха, капитан от этого. Ну, в общем, вот так вот, ребята. Хорошо им здесь. Welcome Friends работает. И самое классное, что капитан здесь парится, а рядом с ним родной брат, представляешь? Да. Давидушка. Да, в усы ему надо, так? Капитану. Но вот мне нравится, что все-таки капитана удалось принять, отблагодарить его за все доброе, что он сделал в городе Кона. Спасибо, капитан. А там у нас водичка в бочечке. А я с вами, дорогие мои, и продолжаю этот удивительный репортаж. Репортаж продолжается. Дениска уже облился вот это. Дуже добре. И Давид... думку дав, чтобы это сделать на этой природе? Это называется фазенда у тебя, чувак? Это называется пионерский лагерь «Орленок», где каждый себя чувствует как ребенок. Точно. Ты прав, брат. Да. Самое главное, что никто не соседей не капает. Нет. Тут, не имеет права. Тут уже столько перебывало людей. Да. Столько мы это... Даже собаки на нас уже не гавкают. А собаки уже все. Там три собаки, да? Вона тебя полюбила вот это. И кажут, мне Давид, говорит, такие, говорит, гарный хлопец вот это. Ходи, да? Да. А смотри, что здесь творится. Капитан, смотри, капитан решил все-таки... подняться, смотри. Капитан, це ты? Смотри, вот он, капитан. Ну, у него спешл ход. Да, смотри, капитан. Это будет помнить надолго. Да, конечно. Будет он... на Гавайях лишь продивлюсь, когда ему будет тяжко. И к нам сюда, давай на хлоп. Я не украинцы. Да, и сюда. Капитан, иди до меня, так? Капитан, иди до меня, так? На холодный. А ну обливаться, капитан. А ну, Иван, давай. Я за ними, смотри. Ой, гарные хлопцы. Смотри, капитан ведет матроса Ивана, смотри. А ну, матрос Иван, давай. Смотри, как капитану захорошело, а. Растягивает это удовольствие, я быстро. Нагрузился там, да? Смотри, как ему хорошо. Иван не удерживается, хватает другое ведро, смотрите. А чё ждать очереди, да? Да понятное дело, что это... Капитан, это ты? Смотри, как они радуются оба, смотри, довольные такие.
супер, ты чё? Это лучше, чем то, то хуже, чем то. Да. Довольный капитан, прокатился на джетски все-таки, да, в нашем штате от этого? Ну вот так вот капитан сегодня с нами получает удовольствие и радость. Ты знаешь, это похоже, как мы на утром выезжаем, вот такой ветерок. Вот такое сейчас ощущение. А потом уже жара. Обратите внимание, опять же, флаги-то у нас какие. Гавайские. Полежишь после такой жары, там полежать-то надо. Здесь по-своему так. Да. Здесь даже музыка, блин. Кайф делает, блин. А, конечно, музыка, музыка-то знаменитая, смотри. Смотри, это Игорь Тальков же, это его песня. По-честному. Кто? Игорь Тальков, летняя дождь, вот эта песня. Летний дождь, летний дождь. Я ему шляпу с автомата, как у Кенил, Талькова. Да ты чё? Он по телевизору пел песни, я в армии был, да? С автоматом игрался вот так, блин, в комнате сижу. Кто? Я с автоматом играю. Пацаны сидят тут, в один в Америке есть пацан, который сидят. И он поет, знаешь, пусть где-то 12 часов ночи. Я что-то передергивал, тот автомат вроде посмотрел, патрона нету, снял магазин. Что-то, я говорю, смотри, сейчас прямо бы ему шляпу вот эту, нажимаю на кнопку, как бубеню. Это телевизор только делает так. То все разлетается. Борис Олепский в армии. Ты в телевизор стрелял? Да, да. Ты представляешь, что делал его? Капитан, капитан, теперь понятно, откуда у него на охотник еще был оттуда, да? А прапорщик спит через коридор, спит, но он 15 лет проработал на взлетной полосе, где самолеты взлетают, и он не услышал выстрела, прикинь? А, не понял, да? Я только вот эти две ножки сломал, стол сломил, телевизор забрал, говорю, упал, разбился. И все, ремонтировали тот телевизор. Потом все равно с пацаном кто-то проболтался. Я уезжал на телевизор. Капитан там один зазывает меня. Он телевизор в Афганистане 7 лет пробыл капитан. Вот такой был. Говорит, ну как ты только в этом? В шляпу попал. В лупеню. Представляете, какая интересная история. Вот Иван молодец, а? Снимаешь? А зачем? Я снимаю вот это. Это интересная история. Ой, ну а что делать? Это жизненная история. Вот командир прибыл к нам, смотри, это история жизненная. Смотри, а здесь, смотри, что творится. И здесь парят, смотри, друг друга веником вот это, отхаживают это. Молодцы, молодцы ребята. Вот они. Ну, в общем, получился просто... А теперь туда, кто? А ну-ка. Если бы они во внутрь бочку застакали, это было вообще... Давай. Ну, в общем, Дениска, вы отрываетесь, так? Ну да, с веничком. Ну, правильно. Смотри, как они льют и льют, и не могут остановиться. Такое удовольствие, да? Ничего себе, смотри, остановки даже нету. Во, вкусили, да? Как классно. Вот это другое дело. Вот, видишь, сибиряк наконец-то поймал вот этот эффект, о котором он мечтал, так? Да ты что, это вообще? Смотрите, как сибиряк. Сейчас, когда попарит веничком. Ой. Помахали ты что, это все. Это что-то неописуемое, да? Да ты что, это вообще прелесть. Это все равно, что в Сибири побывал. Ну, вот видишь. Ну, сегодня прекрасный вечер, который мы посвятили капитану. Итак, репортаж об этом. Из города Кона прибыл... Павлик, ты не хвастался, да?
вот этими своими сауна, джакузи, да? У тебя супер. У тебя супер. Капитан! Мне нравится, слышишь, что сегодня, смотри, мы все, Иван, как сегодня сварил уху. Я в жизни такое не пробовал, честно тебе скажу. Но я любитель тоже там, знаешь, сварить, но... У него необычная какая-то. А Давидушка, смотри, какой, а? Восторгов, знаешь как? По-своему классно. Там еще есть, нет? Как? Да кушайте, видишь, помчался за ухой, смотри как. После парилки. Да, я же тебе говорю, да, аппетит, давай, я тебя присвечу. Смотри, как классно, вот помчался, смотри, молодец, Паша. Сибирячок наш вот это. Давай, это же ушица вообще. После парилочки это... Ой, какая она хорошая. Как она смотрится аппетитно, Паша. Ой, как хорошо, а. Я же не сказал, говорю, уху едим. Я сейчас приеду. Я говорю, тут одни мужчины. Мне все равно, мне уху надо. Я хочу уху, да? Сибирячка на у тебя? Да. А, конечно, ничего себе. А гавайский флаг как развивается, Паша. Смотрите, какая красота. У нас американский, гавайский флаг. Вот такой прекрасный вечер просто. Замечательно, нам удалось. Найдем, не бывает такого. Но это еще надо тебе залезть, разбить. Ты пропустил номер сильный. Какой? Ну, уже все ушло. Который регулирует... Да. Мне надо снять вверх. Да. То, что мы там не надо вырвать. По залу, да? Ну, а, молодец. Там же есть, стоит это, 100 баксов. Характер, знаешь, он протирается. Та система еще нормальная. Он сам загнул. Хорошо, что мы все такие же. Он был очень низко. А, понятное дело. Манули, так его загнули. Мы пытались. А я с вами, дорогие друзья. Я вот сюда, да, и да. Когда еще волны... Еще лошадь... Репортаж продолжается, смотрите, вот это вы думали, Иван повар, ошибаетесь. И лошадь приведите. Да, он уже поменял и... Дай коня, дорогой. А ну, иди там на конь, да, видите коня, коника ему. Да, веди коня сюда. О, видишь, он уже вошел в роль вот это, смотри. Давидушка... Олег. Иди коня сюда давай! Смотри, капитану понравилось это. Принесите вербёлки, вы принесите. Так, все, приготовьтесь. Иван. Давай, Иван, готовься. Я свеж присветил. Смотри туда, на него смотри, на ту камеру. И туда, и туда. Так они похожи. Дали. Красавцы что? Это. Где мой телефон? Гавайский сюрприз. Вот это классика. Вот это ребятушки. Ну все такие, это. Гавайские номера. Ну да. Но самое интересное. А я с вами так и продолжаю репортаж. Все, оно входит. У меня ж киза, знаешь? Оно запах тот, я... Репортаж продолжается. Оно полезно, я ничего не говорю. Это был удивительный вечер. Но... И вечер, я бы сказал, удался даже. Да не Денис туда кивает головой. Скажи, вечер все-таки удался, да? Все-таки встретили мы капитана, да? Да. Капитан! Мы тебе, знаешь, очень все благодарны. Огромное тебе спасибо. И нам, знаешь, что приятно? Павлик, подожди, нам приятно, что вечер... Подожди, вечер удался. Нам, да. Мы встретили тебя с такими флагами. Ладно, Матрос Дон Пабло. Я с Гавайи приехал. Вы мне такое сделали. Смотри. Обалденно. Смотри, матрос Дон Пабло спас. Знамя корабля вынес, да, его воинскую часть. Давид мне машину подогнал. Я вообще... Молодец, Давид. Вот это... Вообще, я доволен, что, блин, вот так... Правда. Дружба на деле. Молодец, да, сделал он хорошо, молодец. Я считаю, что мы... В чем-то мы, блин, сдружились и...
Ну правильно, да. Не зря ты взял нас на корабль, слышишь? И делал пусть нас. Пусть вы там порыбачились. Да ладно, нормально. Порыбачились, блин. Мы посмотрели на акулу. Ну опыт, Вань, да? Опыт поимели с этого всего. Опыта набрались много. Ты знаешь, последний уже последние два дня и Давид уже рыбачил, уже совсем по-другому, знаешь? Уже он понял, как удочку, а то он так крутил. А ты знаешь, а уже он научился раз, удочку раз. Послушай, подожди, подожди, Вань, знаешь что? Он не идет, я не набор сел. Она должна сразу. Не-не, знаете, в начале, когда я снимал же, он говорил... Ловись, рыбка, маленько и величенько. Да. Так ты говорил, да? Так было. Да, да. Самый первый махи-махи я ловил. Попадало мне. И потом последнюю тоже я поймал. Да. Никто не поймал. Ну, в общем, понятно, что вечер удался. Что все счастливы, довольны. Напарились, наелись, наговорились. Все такие счастливые, да, Вань? Вообще нормально. Все прекрасно. И репортаж идет к концу. И вот это все-таки надпись. Welcome, friends. Она работает. Ну а с вами, как всегда, был. И вы меня уже узнали по голосу. И вел этот удивительный репортаж. О том, как капитан наш... прибыл к нам, и мы его встретили, вечер удался. И вот это был прекрасный репортаж. И с вами был ваш журналист Дон Пабло. До следующих репортажей. Я же через четверку говорю, приедьте. Есть много плюсов там. Соберитесь, блин. Даже те орехи с молотком лупишь, чтобы не разбиваются. Я с них такие рекламу имели на таможне, где хочешь. Через лупух не проверяли. Так вот, нагреб и пришел. До следующих прекрасных репортажей. Ты не знаешь, что в этот раз было, слушай. Вот эти синие лупы. Луплен. Слушай, виноград. Сейчас, сейчас винограду взял. Винограду взял, знаешь, в пакете. В холодильнике, я говорю, кто-то будет кушать, или я выбрасываю его. Он говорит, давай по дороге будем кушать. Он его в сумку. Ничего не говорит. Ничего не говорит на таможне. Первый таможню проходит. Но я с вами. Заходить, тот говорит, прошел. Видите, как ребятам хорошо. Именно не могут остановиться, потому что вечер настолько прекрасный, замечательный. Я с вами, ваш журналист Дон Пабло. До следующих, можно сказать, репортажей. Там есть. Я говорю, сейчас ты опять. Я не прощаюсь. Кто-то открывает чемодан этот и сразу в гарби. Я съем, если ты в гарби. Я такой злой на Давида был там.